постоянно такой. Но это еще неплохо. Бывает, что и трясет парня постоянно. Чуть-чуть ко мне сейчас кушать будем, да? Будем пробовать тебя впихивать еду. Какой вот гипертонус. Интересно, что у тебя в мозгу происходит. Малыш, иди сюда. Иди ко мне, иди. Иди, малыш, иди. Ну, что, за судороги, что? Кушать будешь? Сейчас будем пробовать тебя кормить. Ничего не понимаешь, что с тобой происходит. Ты же голодный, надо кушать. Сейчас будем кушать, да? Может быть, гематому можно удалить.